Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови наши занятия. Так, присаживаемся. Так, подожди, подожди. Где будешь сидеть или там? Здесь? Все, сидишь. Так, кто помнит, какой стих я задавала учить на прошлом занятии? Вспоминайте. Ну, посмотрите. Посмотрите. Кто это вот писал? Да. А где твоя тетрадочка? Лер, ну ты же заводила тетрадочку. Это загуляла из тетрадочки. А где Иван, кстати? Он не приехал, потому что там рейсы поменяли из-за того, что дорога не чищена. А, он в Павловске стал. Все, я забыла, да? Верно. Вот это можно кому-то раздать, а если еще вроде будут. Смотрите, детская Под детским Библия. Языком крупно написано, посмотрите. Там для маленьких вот детей. Красота какая. До школьников, очень удобно. И картинки. Ветхий Завет здесь, так, и дальше. Это уже Новый Завет. Назвали Библия, она не Иисус. Библия, а из Библии, так сказать. Это Библия, переложенная на такой более детский, понятный язык. Краткая. По Библии сделана детский вариант. Конечно, это Библией назвать нельзя, настоящей Библией, где вот взрослые. Мы это сделаем специально. Поэтому возьмите, может быть, у кого-то есть, вот у тебя есть Соня, подружка, которая интересуется, все вопросы задает. Можешь взять ей и подарить. Возьмешь? Соне подаришь. Потому что, ну вот вам уже это не надо, вы уже взрослую Библию читаете, да? У тебя есть такая Библия? Будешь такую читать? Мама, может быть, раздать кому-нибудь. Или, может быть, тоже возьми. Ну, не просто всем подряд раздавать. Их мало, чтобы просто вот всем-всем. Оля, у тебя есть такая? Вот тебе такую можно. Ты еще маленькая, вот для тебя как раз. Ну, потом мы их возьмем и после службы подумаем, кому раздать, да? Кому есть, чтобы кто-то читал, а не просто валяло где-то. Что? Я стих хочу. А, стих? Давай говори, какой стих учили? Не два. Не, один. Два. Ну, давай, говори. Два. Тише. Евангелие от Матфея, 18:18. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Так, да, ну это часть стиха, да. Но я не задавала, но молодец, что выучила. Ну там ты сказала вот. Это к какому, сразу скажи, к какому таинству это относится? Мы прошли несколько таинств. К какому таинству? Что, к кому вы свяжете, Христос сказал апостол? Таинство там? Причины. Да. Нет. Исповеди. К исповеди причастия. Вот к этому. Так. А второй стих какой? К какому таинству? Мы же таинство изучали. Угу. Так. Ну, вспоминайте все, кому я задавала. Да. Даша. Я же вам в группу скидывала и сказала, повторяйте, учитесь. Давай, говори. Евангелие от Иоанна. 3:5. Если кто родится, не родится. Не родится. От воды и духа. Не может войти в Царствие Божие. Вот этот стих. Давайте его все вместе, раз вы не выучили, я его вам заново задаю второй раз. Буду каждого спрашивать, хорошо? Стих-то учить одну минуту всего. Читаем все вместе. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Лерочка, тебе видно? Нет, так. Ну, сейчас видно? Сейчас,
все, записывайте себе и учите. Ты не взяла? Мама сказала, что у меня здесь тетрадка. Здесь, вот это не твоя тетрадка? Вот. Но ты не нашла ее? А. Такая синенькая. Но ты ее не... Что не искала? Так туда бы сходила, поискала. Ты когда стояли, ты что не посмотрела? Ручки берите. Перепишешь, потом ты в тетрадочку вложишь или перепишешь. Так, значит, мы с вами Шушики взяли ручку и все. Много шума. Скажите мне, какие мы таинства прошли? Прочитайте. У кого? Так, Ксюша, прочитайте, если хорошо записано. Вы прошли таинство. Кстати, вот этот стих к какому таинству относится? Крещение. То есть к каждому таинству мы проходим стих из Библии. То есть откуда это таинство было взято? Из Библии. Какой стих и какое место в Писании, событие относится к этому таинству? Таинство крещения, дальше таинство миропомазания, которое происходит также во время крещения, да? Печать дара Духа Святого, батюшка говорит. Дальше. Покаяние, исповеди. Это вот мы стих, что свяжете, то и будет связано, да? Евангелие от Матфея, 18 глава. И таинство. Я не слышала четвертое какое. А, причащение, причастие или Евхаристия. Мы на нем остановились, да? Картинку я вам показывала, таинство. Вот. Таинство причащения. Вот так, картинку посмотрите. Я еще взял книгу. А вот это кто писал? Вот это. Ну-ка возьмите снова, если кто. Вот это? Да. Если кто тут не родится. Правильно? А ну-ка прочитайте здесь, как написано. Вот оно. Так. Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, так, не может войти в Царствие Божие. А тут написано как, войти или? Войти. Ну ладно, я испугался, думаю, неужели неправильно? А еще есть в одном месте тоже подобное. Надо посмотреть, может там по-другому не войдет, может быть. Но тут вот оно в чем дело. А, два, где? Три, вот оно где. Выше. Вот я взял вот это. А. Не может увидеть Царствие увидеть. Божие. Это... Кто не родится свыше, да, тот не увидит. Да, 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 да. Угу. Все, хорошо, благодарю. Так, таинство крещения. Так, причащение все посмотрели, да? То есть здесь какое, как сказать, прообраз того крещения, которое вот у нас происходит, это какое событие, еще раз скажите? Тайная вечеря, да? Лера, посмотри. Это было самое первое причастие, где Христос и преподал, говорит, воспоминание мое, да, что творить? Преломил хлеб и дал ученикам вино. Сейчас это все вместе, в таинстве причастия идет. Так, и взяв хлеб, благодарил, преломил и подал им, говоря: сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сядьте ровно. Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Лука, 22 глава, 15-20 стих. Так, это мы прошли, записали таинство венчания. Таинство, запомните, мы проходим таинство православной церкви. Таинство венчания. Ой, таинство причащения. Сейчас таинство венчания или брака. Таинство брака. Всем видно картинку? Так. Угу. Полина посмотрела? Так. Нестор, Лера. Варя. Варя, что мы здесь видим? Таинство брака. Ну, здесь мы видим, Иисус Христос разговаривает с какими-то вот такими, наверное, это фарисеями, да, он им говорит. А здесь что мы видим? Кого мы здесь видим, Варя? Это кто? Это... Ну? Священник.
Священник, правильно, это батюшка, да? Батюшка, видишь, так же одеты, как наш батюшка, так. А вот это кто такие? Люди. Это люди, ну вот эти вот двое люди, это кто? Как ты думаешь, вот она, смотри, в белом платье стоит, на них венцы одеты красивые. Кто это? Полина, как ты думаешь, кто это стоят? Это... Ну вот это. Которые... Это кто? На брак пришли. Пришли на брак, ну кто это? Муж с женой. Ну они еще не муж с женой, они кто? Жених? И невеста, то есть это брачующиеся, то есть венчающиеся, то есть жених и невеста. Видите, где стоит невеста? По какую руку от жениха она стоит? По левую руку она стоит. А в ЗАГСе как ставят? А все наоборот, все перевернули. Вот до революции же все венчались и браки заключали где? В церкви. А потом придумали ЗАГСы. Все, государство было без церкви. Церковь стала не обязательно, то есть венчаться, а шли в ЗАГСе. И там быстренько сразу переставили. Мы приходим в ЗАГС, нас раз переставляют. Да мы тут встали, только убежала, прибежала вот эта вот, которая там организует опять эту регистрацию брака. Опять так сюда, быстро сюда переставили. Да не будем мы по-другому вставать. В церкви вот так венчаются. С левой стороны стоит жена от мужа. Понятно? Потому что по правую сторону от мужа кто стоит? Бог. Христос. Что здесь, с этой стороны у него Бог, а жена с левой стороны. Брак православных христиан должен быть благословлен Богом, освящен церковью. И это благословение мы получаем в таинстве венчания. Это прообраз Христа и церкви. Христос, который за церковь. Церковь, помните, мы проходили тему церкви? Что такое церковь? Дом Божий. Нет. Церковь это не здание, это что? Невеста Христова. Ну, понятно, это что такое церковь? Это невеста Христова. Община. Община, так. Кто такие церковь? Вот мы православная церковь. Мы все в Москве, там в другом городе, в Америке, все православные христиане, мы представляем собой... Церковь православная. Это же не один большой такой купол. Церковь. Вот тему мы проводили. Это все люди одной веры. Если их объединить, да? Мы все церковь. Как мы учили стих, сказал Петру, что... Создам, он сказал, на семь камней, Христос сказал Петру, создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Ну, Христос Петру сказал. И эта церковь, то есть все христиане, вот все, не только там братья, сестры, все вместе, все священники, церковнослужители, все вместе, представляют собой церковь. То есть в понятии общества, а не в понятии дом с куполом. Это правильнее называть храм, собор, дом молитвы. Понятно? А вот все вместе – это церковь. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви. И он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Смотрите, я вот подчеркнула, во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Это в послании к Ефесянам, 5 главе сказано. То есть создается брак, и женам что? Какое повеление дается жене? Повинуйтесь. Повинуйтесь во всем, да? Вот, повинуйтесь, опять повинуйтесь. Во всем, то есть два раза повинуйтесь. А мужьям что написано для жен? Любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Вот такие повеления. Жена повинуется мужу, а муж любит жену. Вот такие главные. Ну, не значит, что жена не должна любить мужа, но
наверное, чтобы муж любил жену главнее, об этом, что даже в Слове Божьем потому написано. Потому что муж может не любить ее. Наверное, может не любить, может разлюбить. Жена и так будет его любить. А Слово Божье подчеркивает это, говорит об этом отдельно, что любить нужно, чтобы не разлюбил. Это не написано, то, что жены... Там только повинуйтесь, а любить мужа там не написано. Не написано. Написано, муж, я любите. Мужу любить. Почему? Ну, это само собой разумеется. Женщина должна любить только своего мужа? Конечно. Они друг друга любить. Так, в таинстве венчания, вступающие в брак, дается благодать Божия. Вы помните, говорили, слово разбирали, таинство, да? Что тайно, невидимо, незримо происходит вот это... Тайное, которое мы даже объяснить не можем, что в этот момент происходит, вот та благодать, тот Дух Святой, который сходит во время того или иного таинства, то есть будь то таинство крещения или таинство миропомазания, исповеди, причастия, и также в таинстве брака, венчания происходит невидимо вот эта благодать сходит, и происходит рождение новой семьи. Православные христиане, Полина, слушай, они должны понимать, что брак верующих людей совершается только один раз. Один раз. И в любви, и в нелюбви, и в горе, и в радости, в болезни, в труде, во всем. Только этот муж и только эта жена вдвоем остается. Разлюбил, надоело, вот этого нет в христианском браке. Когда они женятся, они должны в этот момент вот решиться один раз навсегда. Даже если разлюблю, даже если надоело, нету таких даже понятий. Должен любить и должен быть верен и жить с этим человеком до конца, до самой смерти. И второй раз венчаться никто никому не разрешает. И если кто это делает, он делает в нарушение и правил и канонов церкви. Чего Господь соединил, человек, да, не разлучает. Можно повенчаться, но нет такого обряда или такого другого таинства развенчивания. Они должны жить. Единственное, что уже по немощам, по слабостям человеческим разрешают второй раз венчаться, если половинка... умерла. Если муж умер или жена умерла, то разрешается. И мы тоже это с вами проходили, что если второй, там третий раз уже через отлучение даже от церкви, и от четвертого раза вообще не существует. То есть третий раз могут повенчать, но опять же, если возраст не старше 60, и если тогда через отлучение от церкви, от причастия, там дается определенная епитимия. И через епитимию разрешают венчаться, то есть церковь не приветствует вот эти вторые, третьи венчания, но вот разрешает. Карандашик ей дайте, а ручки не надо давать. А у нее есть карандаш? Любой карандаш. У нее есть вот розовенький. И смотрите, мы видим здесь, что наложены у них на голову одеты венцы, да? Что такое венцы вот на голове? Да, я тоже хотела спросить. Что такое венцы? Ну, кто знает, кто, Лер, как ты думаешь, вот венцы такие красивые, они такие как будто золотые, блестят. Венцы означают венец, всегда, что такое, говорят, венец, там самый верхний круг, да, там в доме, венцами называют бревна, там, венцами называют, говорят, увенчанное, или венец там на горе где-то, то есть это какая-то вершина, это какой-то вот... То, к чему вот шли-шли и вот к этому пришли. Венец творения, говорят, человек – это венец творения. То есть самое лучшее, что Господь сотворил – это человек. Вот это вот все венец, то есть что-то самое высшее. Так вот, венец, который в брак вступает, это символ их победы. Победы жениха и невесты, что они сохранили свою чистоту отношений до брака. Они победили вот всю нечистоту и сохранили себя в этой чистоте. Кто понимает, тот понимает, взрослый, да? Если уже не совершеннолетние, то есть вы понимаете. То есть это победа. А сейчас как венчаются в храмах? Даже венцы не одевают на голову. Ну это даже можно так и интерпретировать, да, что
чистоту не сохранили, поэтому даже не одевают. Вот ходят сзади, там кто-то идет и держит этот венец, даже на голову его не одевают. А некоторые думают, это корона, вот красивая, одна там светская львица или кто она там дала интервью, говорит, а зачем вы венчались? Ну живут, ну безбожники вообще абсолютно, там к вере, к Богу, там явно, что они не молятся, не постятся, там ничего не делают, в церковь не ходят. Ну, пошли и повенчались. Я ей спрашиваю, зачем вы венчались? Она говорит, ну как? Мама! Это же так красиво в короне по церкви пройти. В короне по церкви. Так это даже не корона. Это венец. А помните, у Христа был венец терновый, который впился ей как в голову? Иконка. Ему, да, в голову. Поднять надо убрать. Это означало... Это страдание, этот венец терновый, то есть из колючек, терн, колючки, которые в голову впивались, кровь бежала по голове. Это страдание, мучение символ, а не символ красоты в короне по церкви пройти. Представляете? Ну так могла только вот совершенно человек далекий от церкви сказать корона. Это не корона, это венец, наоборот, показывает, какие страдания человек претерпевает. У венцов есть другое значение. Сейчас дочитаем и пойдем. Это венцы мученические, которыми Господь венчает своих верных рабов, которые выстояли во всех страданиях и испытаниях. Во время таинства венчания супруги пьют из общей чаши. Такую еще чашечку батюшка выносит. Чаша подается 3 раза. Мужу, жене. Мужу, жене. И потом еще раз мужу и жене. Она символизирует, что в браке, в семье радости и испытания все придется пить вместе, пополам. Все, что вот предстоит семье пережить, все пополам. Пойдемте. Я пару слов добавлю, разреши. Дело в том, что если вот идеально муж и жена оба верующие, кому легче спастись? Конечно, жене. Слушайся. А слушаться проще всего. А люби. Это настолько выше. И при том, он для нее глава сказал, а ему глава Христос, а ответа никакого нет. Очень трудно. Поэтому жена должна мужу прям ни слова поперек. Все, молимся. Господи, благодарим Тебя за все милости и щедроты, за то, что Ты благословляешь нас собираться здесь, заниматься. Помоги нам, Господи. Слава Тебе за все во веки веков. Аминь. Аминь. Пойдемте, сегодня служба подольше будет, будет чин водосвятия. Вот сейчас нас ждет, видишь. Поющий о Ти, аллилуйя.
Спаси меня, Сыне Божий, в Иордане крестивыся, поющий о Тебе, аллилуйя. Объявши мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорбь и болезнь обретов, и имя Господне призва. Спаси меня, Сыне Божий, крестивыся, поющий о Ти, аллилуйя. Милости Господь и праведен, и Бог наш мир.